Считается, что полезная еда не может быть вкусной. И вообще это достаточно скучное занятие – питаться правильно. Но мы развенчаем этот миф. В каждом выпуске нашего шоу обязательно будут рецепты красивые, вкусные, нескучные, а самое главное – полезные для того, чтобы добавить в жизнь красок, в основном зеленых. Также зеленый цвет является корпоративным цветом спортивного сайта Sports Daily или Sport День за днем, в рамках которого и выходит наше шоу «Оля Гукамоле». Съемки нашего шоу будут проходить в различных интересных локациях нашего города. Мы не будем ограничиваться каким-то одним постоянным местом для того, чтобы снимать для вас все самое лучшее и интересное. В каждом выпуске мы будем звать именитых гостей, каким-либо образом связанных со спортом. А также в каждом выпуске нашего шоу мы будем давать советы о том, как привнести спорт нескучный в нашу повседневную жизнь, о различных спортивных активностях и о том, как ненавязчиво и органично добавить в свою жизнь спорт в каких-либо его проявлениях. Прошу прощения за то, что не скручен тормоз с моего правого ролика. К следующему выпуску я обязательно исправлюсь.